Здрасте! Сегодня будем делать корейку из оленины на грилу. Корейка – это такая часть, которая идет уз спину оленины, значит, такая мышца, которая, в принципе, не работает, она мягка. Можно себе позволить эту штучку, значит, жарить на грилу. Естественно, не если там какой-то старый олень, здоровый и так дальше, но там что-то до года. И как-то, значит, мышца, которая не шевелится, не работает, значит, дорогие мои, свободно, это мягко и это очень-очень вкусно мяско. Значит, снимем пленку, и если вы любители мяса такого хорошо прожаренного, значит, чтобы было хрустяще, вы режете на одно ребро. Если вы любите, чтобы внутри было немножко более сочнее, тогда режете на два ребра. Так. Вот, товарищи, мяско, значит, ставите. Так. Нам надо сейчас хорошо мясо посолить. Как-то, когда мясо мы посолим, оно... Значит, выпьет соль, и потом будем кушать солёное мясо. Естественно, его надо перчить. И это бы было достаточно для любителей, которые любят кушать дичь, значит, запах дичи. Для все эти, которые не любят этот вариант, значит, мы можем добавить немного зиры. Как то ставите между ладошками и покрутите. Дальше можно добавим сюда немного красной паприки. Желательно, чтобы она была мелкая и чтобы она отстояла, чтобы мясо забрало ей запах. В противном она вам будет гореть. И сейчас это все можем доставим в одну глубокую миску. Это один из вариантов. Чтобы это все как-то хорошо склеилось и опять получило интересный вкус, я сейчас возьму горчицу. Так. И постараюсь хорошо досмажем это мясо. Это все надо оставить так, чтобы вам отстояло где-то примерно 30-40 минут, можно и час, но 30 уже будет достаточно. И вот, сейчас мы первым возьмем немного оливкового масла, зальем, значит, наше мясо. А дальше возьмете один кусок какие-то старые тряпки и, значит, смажете обязательно решетку. Уберете все грязь с решетки. Оно вам как-то будет портить блюдо. Наше мяско. Все это мы сделали. И сейчас возьмем мяско. И, значит, смажем с одной и другой стороны и потихонько добавляем на грил. Желательно перво добавить эти штучки, которые имеют, значит, по два ребра. Так. И, товарищи, кто бы вы знали, самое вкусное мясо оно здесь, на кости. Вот, дорогие мои, сейчас возьмем немного масла. Когда делаете еду на углях, товарищи, как то
масло, оно кроме того, что оно густо и поднимает температуру, значит, делает красивую корочку, оно плюс с верхней стороны не пускает вообще, чтобы из мяса уходила влага, сок. Так что всегда наливайте. Затем возьмем, значит, вилку. Так. И сейчас можем, мы сделаем эффект духовки. Просто так закроем. У одной стороны есть жар, у другой стороны нет жара. У этой одной стороны есть жар, там, где мясо нет ничего. Сейчас тут циркулирует воздух, который его, значит, жарит, чтобы оно внутри обжарилось и чтобы было как надо. Принадобится нам где-то примерно 5 минут. Вот как у нас мяско, значит, жарится. Сейчас мы возьмем немного баклажанов. Так. Затем возьмем мы болгарский перчик. Так. Тут у нас есть помидор, дорогие мои. Порежем его просто наполовину. Тут у меня есть кабачок. Это тоже такая интересная штучка. Так. Значит, чтобы вам было толстое, где-то примерно сантиметр полтора. Больше вам не принадобится. Обязательно, значит, это все посолите. И знаете, лук тоже очень хорошо подойдет под мясо. Порежем так три кольца. Значит, как мы это овощи наши порезали, как мы все это порезали, накрутим перец. И, как и код мяса, обязательно добавите, пожалуйста, немного масла. Масло тоже сделает такую интересную корочку. Баклажану собо, значит, наулите, намастите, потому что баклажан выпивает масло. И как то остальные овощи вам останутся без масла. Поэтому как то баклажан по полной программе намочите. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь происходит. Так. Мяско опять приворачиваем. Поменяйте места, чтобы они были как надо. По вашему желанию. Так, опять это закроем. Вот, дорогие мои, сейчас мы добавим баклажанчики. Потом добавим лучок. Затем добавим цукини. Перчик. А помидоры оставим чуть потом. Они очень быстро готовятся, так что подождем. Вот, товарищи, мяско уже так, чтобы то пошла красота. Убери масло. Уже помидорчик можем потихоньку доставим. Вот оно.
Готово, товарищи. Вот оно. Туда мы сейчас добавим овощи. Баклажанчики. Лучок, товарищи, обязательно там, где мясо. Вот оно, дорогие мои. Сейчас мы добавим кабачки. Убирай пока тарелки лишние, убирай. Так. Можете и кусок хлеба. Два за любители. Также, значит, да замочите в оливковое масло. Вот оно. Вот оно, товарищи. Значит, осталось залить маслом. Оливковым растительным. Кунжутным на ваш вкус. И очень, дорогие мои, рекомендую. Так, чуть-чуть. Значит, петрушки. Вот оно. Я вам желаю приятного аппетита. Смотрите нашу передачу. Наслаждайтесь. Получайте удовольствие от жизни. Она одна быстро проходит. Радуйте себе, свои ближние. Желаю вам приятного аппетита. Спасибо. До свидания.